отнекивался, то все. Такие ему чик-чик. Убили? Было такое. Только мальчонку утопец сожрал. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Не смотри. Говорят, положили тело его в склеп. Я пал на трубе, самогон гнал себе. Выпил дьявол 2 литра, голова болит с утра. Поймаю медведя. Сама уж не знаю. Набрать, не набрать. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починит повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Дай-ка взглянуть.
Береги себя. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака. Приветствую! Дай-ка взглянуть. Береги себя. Что это у тебя с рожей? И что тогда сделали? Никакой еды ты от меня не получишь. Не смотри на меня так. Много работы нас тут ждет. Очень много. Неприятностей ищешь? М? Гестера, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Дерван. Опять мне косули деревца. Не гестера. Да как же так? Я же ведь знаю, как тебя на пострижину нарекли. И вообще,
Что за имя такое Дерван? Нильфгаардское. Бабка моя была из Назаира. А, вот значится, какие пироги. Ну, мое почтение, ваша милость, Дерван. Пусть вас золотое солнце ведет подальше от моего порога. Лишь бы нам солнышко светило. Это у тебя с рожей. А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Здравствуйте. Болтаешься тут, словно говно в прорубь. Неприятностей ищешь? Кто знает, что завтра будет. Скоро лаврушку будем жрать. Все зерно у нас забрали. Я-то знаю. Эльза черным дает, сучка. Тишь на полях Нильфгаардской страны. Эмгир император наделал штаны. Что? Что ты сказал? Кто тебя этому научил? Ну, Чешко. Послушай меня внимательно. Никогда эту песню не повторяй. Никому. И с Чешко больше не играй. Но ведь Чешко мой лучший друг. Чешко дурачок. А нас из-за него поубивают. Как вести? Еще хоть раз тебя с ним увижу, ох, ты пожалеешь.
урод. Да ну! Может, вы бы нас... Избавили. Пятьдесят лет труда, все на смарку. Все будет хорошо. Что я вам, суки, сделал? Ну что? Пятьдесят лет труда, все на смарку. Что здесь произошло? Да вот кто-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Следи за языком, не то я прибавлю тебе несчастий. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю пугнутые панцири, подковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят. Они думают, что я богатею на их несчастьях, сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я дам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи! Сапог. Мужские, большого размера.
смердит человеческой мочой и водкой. Смердит человеческой мочой и водкой. Снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Забрали. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Следы ведут обратно в деревню. Не вошла кровь. Не сильно, рана была неглубокая. Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Делаю себе прощу, поймаю медведя. Но напепился, то все. Так ему чик-чик. Башку-то и отрубили. Было такое. Только мальчонку утопец сожрал. А ведьмак был ни при чем. Урод! И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп. У тебя с рожей. След обрывается. Я смогу узнать его поранее. Утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? Ого. Он не только поджигательный, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи кулют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком.
Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твое. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Успокойся и иди со мной. Я должен извиниться. Я извиняюсь. Неприятности ищешь? Ну, гостера, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Дерван, а не гостера. Да как же так? Я же ведь знаю, как тебя на пострижины нарекли. И вообще, что за имя такое Дерван? Нильфгаардское. Бабка моя была из Назаира. А, вот значится, какие пироги. Ну, мое почтение, ваша милость, Дерван. Пусть вас золотое солнце ведет подальше от моего короля. Ишь, на полях Нильфгаардской страны Эмгир император наделал штаны. Что? Что ты сказал? Кто тебя этому научил? Ну, Чешко. Послушай меня внимательно. Никогда эту песенку не повторяй. Никому. И с Чешкой больше не играй. Но ведь Чешка мой лучший друг. Чешка дурачок. А нас из-за него поубивают. Еще хоть раз тебя с ним увижу, ох, ты пожалеешь. Это верно. От тех сливок у меня болит живот. Убирайся с глаз моих! Подъем! А? Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Не пелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьма кого поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Суровая кара. Но заслуженная. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку.